Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Frontiers. И у нас вот такая вот миссия, которая называется «Затонувшая цитадель». С владыкой моря на нашей стороне мы одержали победу в битве. Однако у подводного народа еще, возможно, есть шанс. Они пробудили Левиафана, злое божество глубин, которому они поклоняются. Если Левиафан наберет полную силу, ничто в мире не сможет его остановить. Времени на перегруппировку и восстановление сил нет. Мы должны отправиться в город Рильех, логово Левиафана, где когда-то правил Регнос, преодолеть подводный народ и их злобного бога раз и навсегда. Ну что же, друзья, я полностью согласен, пора одолеть. Так, что у нас опять? Опять эта штука есть здесь, да? От которой мало толку. Так, что-то как-то у нас странно здесь карта идет. Ага, вот здесь дорожка, да? Мы должны защищать. И здесь водяная дорожка. Так, ладно. Ну что, друзья, тут у нас ловчие пойдут, а здесь тоже ловчие. Как мы будем с вами тут расставлять приоритеты, я пока ума не приложу. Давайте, наверное, поставим сюда, ну, магов, наверное. Сюда мы поставим с вами магов, да? Наверное, вот некромантов. Так, а сюда? Сюда кого, кого нам поставить сюда, друзья? Я не знаю, давайте казармы ополченцев влепим. Не знаю, будет ли от этого какой-то толк. Так, а сюда мы кого можем поставить? Лучников есть только. Ну, давай поставим лучников. Так, форт арбалетчиков. Ну что, друзья, давайте смотреть, наверное. Так, у нас, как всегда, Кощеюшка с нами, да? Поехали, будем смотреть, друзья мои. Так, кто у нас здесь пойдет? Ага, вот отсюда идут. Ладно, не понял, а эти куда идут? А, сюда, да? Им не пройти. Ладно, друзья мои. Дождик. Конечно, без дождика никуда. О, у нас сразу здесь очень много скелетиков появляется. Это, кстати, очень хорошо. Это нам на руку. Твою же маковку, на руку нам. Ты смотри, сколько тут противников, друзья мои. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай-ка, давай-ка по-быренькому. Надо, наверное, нам здесь всадника смерти призвать. Я думаю, это будет оптимально для нас. Врагов-то целая куча ползет. Так, всадника смерти я призвал. Пускай он будет здесь стоять, друзья мои. И он будет одновременно укреплять и усиливать наших скелетов. Так, Кощей, иди-ка сюда. Ты что-то там как-то... Ну, не в тему, если честно. Ты стоишь? Вот, вот, подбиваем их всех. Так, чуму, может быть, прокачать. Слушай, вот здесь мне не нравится, друзья. Опа, ловчий. Мне кажется, вот здесь кто-то побежит рано или поздно. Поэтому давайте, наверное, с вами здесь маленечко будем как-то расстраиваться. Так, если что, друзья, я, наверное, вот сюда вот нашего Кощеюшку переведу, как бы, в помощь. Да-да-да, я думаю, так будет оптимально. Здесь, я думаю, что справимся мы. Хотя, опять же, я не совсем в этом уверен. Ладно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, давайте-давайте-давайте уничтожаем здесь. Так, друзья мои, мне совсем не нравится вот это вот наше положение здесь дел. Совсем не нравится. Опять здесь идут, да? Так, надо вот как-то тут, друзья мои, укрепляться нам. Форт арбалетчиков нужно поставить, да? Скорее всего, так мы, наверное, и сделаем. Или же вот здесь вот форт влепить арбалетчиков. Два варианта. Либо здесь, либо здесь. Но вот тут, если они, друзья мои, пройдут, вот сюда вот, эта зона, так сказать, вообще мы здесь ничего не сможем сделать. Ну, слава богу, наш Кощей может сюда встать. Я не знаю, правда, будет ли он атаковать противника. Ну, будем смотреть, друзья мои. Так, а пока прокачиваем наших лучников. Можно, кстати, сделать, наверное, метатели топоров. Так, тихо-тихо-тихо. Там вот не нравится мне вот эта вот стычка. А ну-ка давай, Кощеюшка, помогай. Прокачать гильдию убийц. Кто-то мне в комментариях писал, что тамплиеры — это полная ерунда. Типа... А гильдия убийц круче. Может быть, друзья мои, может быть, я с этим не спорю. Ну что ты, Кощей, не бомбишь-то? Ну давай подальше тебя поставим сюда, вот. Ну вот, заработал наконец-то. Так, у нас по деньгам все очень кисло, да? Все очень кисло. Блин, вот эту штуку надо будет еще, наверное, прокачать. Ну 500 монет, это совсем не дешево на самом деле. И здесь нужно заградительный огонь прокачивать. Я даже не знаю, друзья, все нужно. Опа, 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 опачки.
Давай-давай-давай быстрее. Давайте, наверное, форт арбалетчиков здесь сделаем. Так, ну тут справляемся. Так, теперь опять бежим обратно вот здесь вот прикрывать. Здесь тоже нам нужно с вами форт арбалетчиков, наверное, установить. Да? Опа-опа-опа. Смотри, что происходит, друзья мои. Они хотят пройти. Ну, вроде бы мы сдерживаем, да, здесь позиции. Тихо-тихо, куда это разогнался? Слушай, а если мы с вами сюда вот поставим тоже башню некромантов, будет, наверное, круто. Тут будут скелетики у нас, а почему бы и нет? Слушай, точно. Давайте мы, наверное, здесь тоже с вами поставим магическую башню. И вот на этой дорожке у нас будут стоять с вами скелетики, хоть как-то здесь помогать нам. Я думаю, что это будет оптимально. Так, заградительный огонь прокачали здесь. Дальше, отшельники, друзья мои, блин. Идут отшельники, вот только их мне тут и не хватало. И куда он пойдет? Ага, пошел. Наверное, вот сюда он приплывет, скорее всего. Наверное, он приплывет сюда, друзья мои. Так, слушай, вот с этими ловчими-то как-то надо справляться. Смотри, они ведь проходят. А у меня рыцари тут вообще никчемные. Как быть-то? Отшельника нужно валить. Потому что я знаю, если мы его, ребята, здесь пропустим, он нам такого джазу даст потом, что мало не покажется. Так, гильдия убийц. Хорошо, пускай будет гильдия убийц у нас здесь стоять. Так, дальше. Что это он идет? Какой-то, я не пойму, весь отравленный, что ли? Так, справимся мы с этим или нет? Надеюсь, справимся. Кощей, почему ты не бомбишь? Я не понимаю, а? Он же вдалеке стоит, ты же должен по нему попадать. В чем у тебя проблема-то опять? Не могу понять. Фух, справились. Так, дальше смотрим, ребята. Ага, два отшельника здесь будет. Тут морской дьявол плюс ловчие. Ну ладно, погнали. Может быть, надо было все-таки сюда тамплиеров ставить. Так, карманная кража. Это тоже, кстати, неплохо, да? Лишние деньги никогда не бывают лишними. Ага, вот он, друзья мои, этот отшельник. Мы его, наверное, вот здесь вот на бережку и как раз и встретим. Я думаю, это будет оптимально для нас. Как раз мы ему в него как звезданем, да? Метеоритным дождем. И он сразу тут же и разложится. Я на это надеюсь, по крайней мере. А может быть, мы его и так сможем одолеть. Но что-нибудь делайте там или нет. Пока дождешься. Пришлось, ребята. Так, а там еще один плывет. Там еще один плывет. Так, готовимся, друзья. Заградительный огонь. Везде прокачиваем. Так, может быть, всадника смерти прокачать? Нет, пока я не буду. Не вижу, друзья, в этом пока смысла. Опять нам башни здесь заблокировали. Да Кощей, да ты будешь, блин, драться или нет? Я не пойму тебя. Ничего не делает. Аж раздражает меня в этом плане. Так, здесь, друзья мои, некроманта сделаем. И форт арбалетчиков поставим сюда вот. Да, это будет оптимально. И, наверное, надо уже приниматься вот за восстановление вот этой штуки, святилища. Потому что раз тут уже у нас отшельники, я думаю, здесь и буревестники будут, да? Да и крабы, скорее всего, тоже будут. Так что, друзья, в наших интересах восстановить святилище. Так, вот здесь вот надо что-то еще поставить. Может быть, нам влепить бомбарду? М? Я даже, друзья, не знаю, стоит ли нам бомбарду вообще вот здесь вот делать. Так, что тут еще? Клешня какая-то появляется. Щупальца, точнее. Стоит там на стреме. Так, форт арбалетчиков. Вот так вот мы с вами сделаем. Опа-на! А вот, друзья мои, и крабик ползет. Дождались мы, да, его все-таки? Дождались мы с вами этого краба. Сейчас будем вот здесь вот на бережку его, наверное, и бомбить. У него очень большая сопротивляемость к магии. Но, тем не менее, мы его разбираем. Или же у него все-таки большая сопротивляемость к стрелам. Тут что-то как-то непонятно. По-моему, к стрелам все-таки. По-моему, все-таки, друзья мои, к стрелам. Так, ну мы должны его здесь расчехлить-то, елки-палки. В конце-то концов. Я не вижу ничего из-за этого Кощея нашего. Все, мы его забомбили, отличненько. Так, этого тоже убрали с поля боя. Так, эти плывут у нас. Так. Я вот жду не дождусь. Вот, друзья мои, вот здесь вот сейчас пойдет буревестник.
Твою же маковку, буревестника мне не хватало. Вы помните, что он делает, да? Он вызывает грозовую тучу, которая все здесь скрывает, и мы нифига не будем видеть. И там будут у нас вражины ползать. Поэтому я, наверное, вот сюда вот поставлю нашего Кощея, чтобы он здесь нам помогал против этих буревестников. Так, пока все хорошо, пока все, друзья мои, удачно. Так, а может быть, нам даже вот сюда лучше поставить Кощея? Как вариант. Потому что буревестники пойдут здесь. Вот они уже ползут. Друзья мои, вот они уже ползут. Давай-ка мы его, наверное, накажем. Ой-ой-ой-ой, наказали. Но, тем не менее, мы его подбили. Угу. Это удачненько у нас вышло все. Так, наверное, сюда мы вызовем всадника смерти. Пускай будет. Так, прокачаем нашу гильдию убийц. Вот здесь вот как-то немножко мне стремает. Здесь никаких вообще юнитов нету. И поставить-то я уже не могу. Ха-ха. Так, кто тут у нас? Ловчие буревестники. Кровокрап-отшельники. Воу. Всем, кому не лень, сейчас сюда попрут у нас, друзья мои. Всем, кому не лень. Что же делать? Ну, вызывать придется, что делать? Не смотреть же на это. Вечность всю, да? Так, надо будет, наверное, наших тут бойцов этих прокачать хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуточку. Так, краб ползет. Краб ползет, значит, нам надо идти сюда. От греха подальше. Нам нужно его будет уничтожить. А он куда ползет? А, я думал, что он здесь вылезет. Нет? Он... Вот, друзья мои, буревестник. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то как-то не так у меня, друзья, получилось. Я не на это рассчитывал, на самом деле. Слушай, а он боится, смотри-ка, он в ближнем бою что-то какой-то ватный. Мои ребята его там быстренько разбирают. Ясно. Так, главное вот этого кровокраба. Эй! Эй-яй-яй-яй-яй-яй, кровокраб, ты куда побежал? Друзья мои, он проходит! Нет-н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 ет, он прошел, ты представляешь? Сколько? 5 сердечек сразу? Да ну! Да ну! Хорош! Друзья, там буревестники, тут эти хламоны, что делать-то? Да, я не знаю. Как мы тут сейчас с вами будем справляться? Ну, мы забомбим этого грибоеда или нет? Так, он упал. Пошел я, короче, туда, друзья, потому что там буревестники вытворяют вообще жуть какую-то. Ты посмотри. Смотри, что выделывают. Так, мы одного убили, а здесь, наверное, еще один, да? Или нет? По-моему, нет. Фух, но в любом случае, друзья мои, мы с вами 5 сердечек потеряли, и это плохо. Ловчие, ловчие идут. Так, очень много ловчих сейчас побежит. Готовимся, что это за фигня такая, ребята? А, это Левиафан, скорее всего. Опа, смотри, что он делает. Он взял, захватил мою башенку, да? Закутал ее своей щупальцей. То есть она, наверное, не будет функционировать, судя по всему. Судя по всему, так оно и будет. Так, в любом случае, я потом, наверное, ребята, буду проходить это все дело на 3 звезды. Но это не годится никуда. Это никуда не годится. Потому что в любом случае уже 2 звездочки мы с вами тут получим только лишь. Ну что ты прицепился это к этой, к башне к моей? Давай-ка мы, наверное, вот сюда, друзья, поставим тоже еще одного мага. Мага, наверное, поставим, да? Я еще не знаю, какой тут босс, что он будет делать. Так. Тут что-то как-то тоже не очень все хорошо. Давай-давай-давай, гильдия, бомбите. Для меня вот в данный момент самые такие злючие — это крабы, не крабы, а отшельники и буревестники. Вот, не знаю почему. Имбовые они какие-то. Что тут случилось? Ё-моё, Кощей, ты меня так не пугай. Я думаю, тебя уже подбили. А ты, оказывается, сделал свой суперудар тут. А этот я так и не прокачаю, судя по всему, да? Святилище-то вот это вот. А ведь собирался. Кстати, надо будет его, наверное, друзья мои, все-таки прапать маленько, потому что уже 9-я волна идет. Ну. Знаешь, вот все хорошо в этих скелетах, только одно плохо, что они очень ватные, их быстро разбирают. Несмотря на то, что здесь вроде бы такая большая армия этих скелетиков, но они ни о чем. Их очень быстро гасят. Так, ну что, ребята, я восстановил святилище. Будем теперь прокачивать. Пытаться, по крайней мере, прокачать. Так, ловчий буревестник.
Воин прилива. Я уже не помню, что за воин прилива. И здесь, друзья мои, тоже буревестники. Вот так-то вот. Буревестники сейчас у нас побегут. Будем встречать их тогда. Будем тогда их тут, друзья мои, уничтожать. Ну, по крайней мере, пытаться. Вон они. Вон они уже там ползут. И что-то у нас как-то тут все очень плохо получается. И тут еще... Воу. Ну, так, ага, хорошо. Вон там, вон, друзья мои. Что-то как-то не получается у нас. Давай, 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 родной мой, там Кощеюшка, бомби, что ты там делаешь, я не могу понять. Давай вот так еще прокачаем маленечко, да? Ну. Так, у нас же есть удар. Тьфу ты. Слабо, слабо бомбанул. Слушай, мой Кощей, по-моему, ребята, получает урон. Давайте его оттуда уберем. А то его там сейчас вообще, наверное, распишут. Я чувствую, да, его распишут. Так, нам бы с вами метеоритный удар, и я бы вот сюда вот бомбанул бы. Было бы все замечательно. Мы бы смогли их уничтожить. Это пока накопится, елки-палки, там 1000 лет пройдет. 1000 лет пройдет, пока мы, друзья мои, с вами дождемся милость, вот. Ну вообще ни о чем, а. Есть. Так, тут у нас 3 буревестника пойдет. Да что ты будешь делать? Одни буревестники сейчас побегут. Одни буревестники будут идти на нас. Обалдеть просто-напросто, а. Ладно. Надо... Вон, вон, 2 штуки, друзья мои, 2 штуки. Куда они сейчас? Вот сюда, что ли, выползут? Да ладно, серьезно, что ли? Они идут сюда, друзья мои, они идут сюда. Ё-парасотешечки. Ну, давай, давай, давай. Что делать-то? Как быть-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, друзья мои, ты посмотри, что творится. Они сейчас тут мне такой сейчас ад устроят вот с этими со своими тучами. Так, идеальный шторм какой-то мы с вами заработали. Анчивка, убейте 3 буревестников, да? Да я, по-моему, уже больше убил, чем 3 буревестника, если честно. Эй! Мы будем тут как-то драться с ними, сражаться или что? Друзья мои, не должны мы никого тут пропустить больше. И так уже одного краба пропустили. Я не хочу. Я не хочу. Так, давай, где там всадник наш смерти, помощник наш родной? Блин, это хорошо, что Кощей, друзья мои, может летать и перелетать с острова на остров, да? Вот с этой территории на эту. Будь у нас какой-нибудь сухопутный, он бы не смог бы перебраться. Вот в чем прелесть нашего Кощея. Так, кровокраба 2 штуки, и тут 3. Ё-моё. Сейчас приползут, друзья мои, приползут. Так. Идет, вот он ползет. Слушай, их здесь будет очень много, друзья. Очень много, поэтому надо подготовиться. Надо подготовиться. Так, что мы можем сделать? Ага, неплохо. Ему пофиг на стрелы, да? Он боится только лишь, ну, магии. Насколько я могу понимать. Опять же, не очень-то он ее боится, этой магии. Давай-ка, наверное, вот так вот попробуем с вами бомбануть. Да. Очень-очень сильная сопротивляемость у него. Именно к лукам. Не пойму я, как вот тут гасить. Но он сейчас, если он, друзья, пройдет еще хотя бы один краб, то у нас останется всего 10 сердечков. 10. Но это мало, согласись. Так, дай-ка я попробую помочь нам. Там еще один кровокраб. Нам бы с этим справиться как-нибудь. Фу, подбили, отлично, друзья. Так, я полетел помогать, наверное, вот здесь вот нашим ребятам. Да, этот кровокраб их только крошит. Они, им все пофиг, смотри. Мы даже урона ему не наносим, друзья. Как с ним драться тогда? Как с ним драться? Так, воин прилива. Воин прилива. Воин прилива. А здесь у нас... Так, понятно, здесь одни воины прилива у нас сейчас пойдут. Да как же нам его, друзья, подбить-то? Так вот, если только... Вообще ни о чем.
Вообще урон ни о чем, друзья. Так, ползут, да? Ползут. Ну, я думаю, здесь мы сможем отбиться. Я надеюсь на это. Так, если что, мы с вами Кощея, наверное, вот сюда все-таки быстренько переведем. Потому что тут что-то их как-то уж очень много. Скопление такое прям вот начинается. Давай, 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 давай. Никого не пропускаем. Вот, башня... Нет, давайте, наверное, башню Архимага вот здесь поставим. Башню Архимага. А что, кровокраба забомбили мы все-таки там, да? Ух ты, прикольно. Это мне уже нравится. Кровокраба одолели, мои воины. Ха, молодцы, красавчики. Респект, как говорится, и уважуха. Так, держим, друзья мои, оборону. У нас волна 13-я, совсем немножко осталось. И все будет на мази. Так. Давайте мы сюда вот подкрепление вызовем. Блин, вот обидно, конечно, что мы одного кровокраба пропустили. Ну, там никак нельзя было его удержать. Никакой магии у меня не было, никого я призвать не мог. Так что не обессудьте. Так, прокачиваем. Не знаю, стоит ли нам вот до второй и до третьей прокачки вот этот вот алтарь. Или не стоит прокачивать, а? Даже не знаю, друзья мои. Так, кровокраб-буревестник, отшельник. Блин, вы издеваетесь вот сейчас надо мной? Кровокраб и буревестник. Ладно, здесь одни воины прилива хотя бы будут. Но тут-то, конечно, будет жестко сейчас. Так, отшельник ползет, да? Но отшельника я не буду тратить суперудар. Опа, неплохо. Неплохо маг бомбанул. Так, смотрите, ползет. И мои ребятушки начали вот тут быстренько нахлобучивать. Если это можно назвать нахлобучивать, конечно. Куда это он поплыл, я не помню. Он взял тут, прошел и поплыл дальше. Слушай, а как это они убили-то его, я не могу понять. Друзья, смотрите. Как они его быстро... Я просто как бы не наблюдал за этим. Я тут отвлекаюсь. Вау. Архимаг, ну ты крут на самом деле. Молодец. Да, действительно, они как-то уничтожают его. Этого кровокраба. Слушай, гильдия убийц, вы просто молодцы. Если вы так быстро с ними справляетесь. Подальше смели бы их. Так, это волна 14-я, да, у нас получается идет, друзья мои. 14-я волна. Если бы я знал, что гильдия вот убийц такая крутая, я бы их сразу бы здесь сделал. Ну-ка, а как они с буревестником будут справляться? Слушай, ну потихонечку, потихонечку они бомбят, смотрите, друзья мои. Причем еще и денежку фармим. Немножко, конечно, но это лучше, чем ничего. Так, пока не плывут, Архимаг, давай бомбани по ним. А, вот так вот, правильно, сдуй их отсюда. Нечего им здесь делать. Смотрите, буревестник потихоньку-потихоньку получает урон. И сейчас отдуплится, он даже не, магию не применяет. Эй, крутенько. Да, не зря говорят: век живи, век учись. Вот они и подбили этого буревестника. Пш, легко и просто. Господи, а я-то тут выдумывал какую-то, не знаю, схему. Все довольно легко и просто, друзья мои. Сами прекрасно все видите. Так, отшельника подбили. Молодцы, красавчики вы мои. Так, дайте-ка я, наверное, прокачаю чуму полностью здесь. Так, кровокраб, буревестник, да? Морской дьявол, а здесь кровокрабы. Поехали. Тут, кстати, 4 буревестника будет. Вот сюда нам нужно было, наверное, те, что сделать. Гильдию убийц, наверное, выставлять. А это было бы оптимально на самом деле, да? Так, смотри-ка, а он не получает урон от магии, буревестник-то оказывается. Вот оно что. Он не получает урон от магии. Это что-то для меня новенькое на самом деле. Тихо-тихо-тихо-тихо, держим, друзья мои, оборону. Гильдия убийц. Что-то я не вижу, друзья, там. Давай их всех в эту, как, в этот смерч засасывай и утаскивай отсюда. А вот с крабом, конечно, мы тут не можем справиться, да? Краб, он сильный. Краб, он сильный, оказывается. Но. Так. Ребят, я ни черта не вижу из-за этих вот туч грозовых, блин. Вообще ничего не могу понять, кто, что тут происходит. Блин, мне нужен... Оу, тут еще буревестников, целая куча, друзья мои, пришли. Целая куча буревестников. Так, давай мы, наверное, их немножко отвлекем. Слушай, по-моему, фигня получается, друзья.
Там это... краба уничтожили, молодцы. Краба все-таки мы одного там уничтожили. Так, вот они. Вот, вот, их надо здесь всей кучей бомбить, пока они стоят. Ай, по красоте. По красоте. Тут еще и отравление очень хорошо, кстати, их убивает. Вот этих крабов. Чума. Моего... Где мой... Иди сюда. Мы их сдули, да? Это буревестники сейчас тут летят у нас. В этом смерче. Точно. Ну что? Вот, кстати, стрелки с ними неплохо разбираются. Так, что? У меня есть денежка. Опа! Друзья мои, это сам Левиафан. Вжариваем ему по полной программе. Так, Кощеюшка, давай. Ты у нас летающий юнит, ты его должен здесь бомбить. Так, ждем, ждем. Вот, Архимаг, молодец, красавчик, бомбит. Не по-детски, уводит всех их тут туда. Слушай, друзья мои, и сейчас мы так вот... Мы его сейчас забомбим. Так, уклонитесь убийцами от 1000 атак. Нифига они уклонисты у нас тут. Ой-ой-ой, друзья мои, давайте обратно. Давайте обратно, пока не поздно. Блин, надо было архимагов здесь побольше делать. Смотри, как прикольно у нас получается. Очень классно мы тут с вами все держим. Обороночка, все отлично. Я вот так вот еще бомбану. Ага, солидно. Слушай, этот Левиафан сейчас отдуплится. Сейчас он отдуплится. Ну-ка, блин, нету. Вот так вот. Архимаг сейчас накупит магию. И как бомбанет ему, что мало не покажется. Слушай, ну на самом деле гильдия убийц круче, чем тамплиеры. Я, пожалуй, соглашусь с тем человечком, который мне написал это, что тамплиеры типа фигня, а убийцы круче. Да, они неплохо бомбят. Очень неплохо. Хм. Надо было раньше делать, да, как говорится, их. А я все время на тамплиерах сидел. Так, ну что, друзья мои, Левиафанчик-то все продвигается, продвигается, а башенки у нас задерживаются, да? Ну-ка, давайте стреляйте по этому Левиафану. Эй, Кощей, 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 Кощей! Фух, успели, чуть было не пробежал, а? Ну? На живца, победитель Левиафана, бога подводного мира. Ну что ж, друзья, мне понравилось. Жалко, конечно, что только лишь на 2 звездочки. Ну что я вам могу сказать, дорогие мои? Мы прошли с вами игру, я не знаю, что в ней теперь еще делать, если единственное только лишь проходить вот эти вот уровни на 3 звезды, но это я буду делать за кадром, также проходить на другие уровни сложности. Мне, наверное, хотелось бы посмотреть всех остальных персонажей, но для этого их нужно прокачать. Но прокачка, вы сами понимаете, это не все так быстро и скоро. Ну что ж, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Если есть какие-то дополнения к комментариям, друзья мои, пишите мне, что можно в этой игре еще сделать. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.